Привет! Вы на канале Алина ТВ. Сегодня мы будем в салон красоты розочку открывать. Тролли, да? Тролли, салон красоты розочки. Будем открывать набор. Давай, открывай. Клади его на стол. Да, открывай там. Вытаскивай. Там приклеено. Да. Да, вытаскивай, вытаскивай. Эх, пап. Так, что у нас там? Давай показывай. Давай, разверни сюда, покажи. Вот такой вот набор. Вот такой набор. Да? Что-то приклеили. Вот так положи. Вот, и доставай. Что там у нас? Вот эта расческа. Розочку сначала достань. Ух, как она приклеилась. Как? Вот розочка. Так, что там еще? Давай, доставай. Это и прически делать. Вот. Расческа. Это что? Это ее прически, да? Да. Прически. Угу, чемоданчик, там вон какие-то книжечки внутри. Ой, это глаза не доставается. Не доставается. Кинь, кинь, она достанется. Отвали, ой. Книжки. Книжки. Давай, что там еще рассказывай. Это прическу ей делать, да, аппарат? Да. Такой сушилка для головы. Это что такое? Это фен. Фен. Щетка, зубы чистить. Щетка, зубы чистить. Не достается? Давай, я помогу. Вот так. Давай, самое главное, доставай салон красоты. Сам домик. Домик доставай. Ой. Доставай, доставай домик. Ой. Доставай. Сколько? О, вытащили домик я. Угу. Эй, получи бисерей. Это у нее такой домик, да? Салон красоты. Открывай его. Вот с этой стороны открывай. Вот этой. Тяни в разные стороны. Вот, открылся, да? Да. Открылся домик. Показывай, что там в домике внутри есть. Есть зеркало. Зеркало. За зеркалом у нас что? Шкафчик, смотри какой. Шкафчик. О, какой шкаф у нее там, да, в зеркале? Да. Потом что там внизу, смотри, еще полочка есть. Показывай. Полочка есть. Показывай полочку. Вот это. Ну, давай, открывай. Вот, какая полочка там, да? Да. Туда можно что-то сложить. Вот, с этой стороны такие вот две картины у нее висят. А это? Это ее сиденье. Это сиденье, да. Сушить прическу, да? Да. Прическу сушить.
Так, давай смотреть, что тут у нас еще есть. Показывай, Алина, это что такое? Это духи. Духи. Да? Духи. Да. Это корона. Одевай корону. Да так делать. Да. Одевай корону. Она не одевается. Как не одеть? Ну потом оденем, давай. Показывай дальше, что тут еще есть. Вот такой есть сундучок. Сундучок. Такая тумбочка, да? И тут две книжки. Она читает. Да, книжки. Потом есть что у нас? Вот такая расческа, чтобы делать прическу ей. Вот. Это фен. Фен. Это что у нас? Расческа. Вот такие духи. Вот такие вот штучки, чтобы делать прически ей разные. Вот раз, два, три, четыре. И вот такая щетка еще есть. А, еще есть вот две прически, которые можно делать. Ставь их на домик, Алин. Так. Присоединяй к домику, как они там стоят. Так. Угу. Вот какая у нас розочка, да? Корону мы ей одели. Покажи. Угу. Ну что, давай делать прически? Да! Я хочу сделать вот это. Снимай. Снимай. Одной рукой держи, второй снимай. Давай, причесывай и делай ей прическу. Вот такую прическу? Угу. Так, расчесали. Вот эту прическу. Давай эту. Одевай. Ой, не одевается. Одевай, одевай. Так, показывай. О, какая прическа получилась, да? Какая красивая прическа у розочки. Да? Да. Ну что, еще одну будем делать? Да. Давай еще одну одевай. Вот эту. Угу. Ну, одевай. Одеваем. Ой, ой. Такой парик. Два парика у розочки. Не могу. Дорезаю просто. Давай щёску. Красивая какая прическа. Вот какая еще одна у нее, да, прическа? Да. Поверни ее, покажи. Какая прическа у нее. В салоне красоты мы сделали. Розочкиным. Эй, кого тебе веселей? Сейчас надо ей книжку почитать. Бери книжечку, читай, что там написано. Ой, какая страшная книжка. Открываем. Место моя маленькая, опасная моя. Я люблю ее, а я люблю, и рядом вам одеть, а я люблю, а я люблю. А больше я тебя не могу сдаться, а я тебя влюбила. Розочка влюбилась на нее, и та же... Страшник влюбился в нее я. Вот такая у нее книжка. Вот такая у нее книга. Угу. Вот такая у нее книжечка. А ты видела, у нее тут картина цветан нарисован. Картина цветан. Да, видишь, там на картине нарисован цветан. Ее друг. Розочки. Вот там? Он показывал вон там? Сейчас слышу. Угу.
Сделай вот здесь завивку. Она не сядет. А ты прическу туда засунь. Так. Так. Немножко маленькое кресло для нее, да? Да, немножко маленькое. Ладно, вот так. Вот так. Так посидит. Она падает. Может, полезет она? На кресле. Вот какое кресло. Она решила отдохнуть. На кресле. Вот. И решила отдохнуть на кресле. Угу. И ставьте лайк! И подписывайтесь на мой канал Алина ТВ. Всем пока!